Вот такие чипцы, старинные головные уборы, хранятся в фондах музея-заповедника «Родина Ленина» в Ульяновске. До конца 19 века в России они считались домашним женским головным убором привилегированной части населения. Чипцы носили по утрам, а также использовались ночью. Как головные уборы для сна они предотвращали от паразитов, обеспечивали тепло и сохраняли прическу. Чипцы старались содержать в чистоте и порядке. Они были практичными и носкими, легко поддавались стирке наряду с другими предметами белья. Капор соединял в себе черты чипца и шляпы. Он состоит из высокой шляпной тульи для убранных на затылок волос и обрамляющих лицо широких жестких полей, сужающихся к затылку. Капор удерживался на голове монтаньерками, широкими лентами, завязывающимися под подбородком бантом.